Коллектив года 2015, молодые дарования Кубани, звонкие голоса Кубани и поющая Кубань. Все это название четырех краевых конкурсов. Дети из Сочи и Туапсинского района сегодня старались выступать так, чтобы попасть в полуфинал, а затем, если улыбнется удача, и в финал конкурса. Начиная с января месяца у нас прошли этапы районные, муниципальные. И сегодня выступает Сочинская зона. Сочинская зона – это город Сочи, который представлен 5 учреждениями дополнительного образования детей и 4 школы, которые представили детские хоровые коллективы. Также в Сочинскую зону входят учреждения города Туапсе, поселка городского типа Джугбака и Небу. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. Любимая в советские годы песня «Надежда» Александры Пахмутовой в исполнении Анны Герман не оставляет равнодушными и современных девчонок. Мы решили спеть песню Анны Герман, потому что песни Анны Герман полны чувств, то есть их невозможно спеть плохо. И они в любое время будут нравиться всем людям. А костюмы мы решили такие одеть, потому что, горошек все-таки, это классика. Совсем в других нарядах девочки из хореографического ансамбля «Иверия». Обычно девушки единожды одевают свадебные платья, но не эти танцовщицы. Они объездили весь мир, стали лауреатами международных конкурсов и здесь готовились произвести фурор, исполнив танец амазонок и свадебный танец. 4 года уже ходит. Я сама ходила когда-то. Я сегодня пришла с прекрасным настроением, потому что мне нравятся эти танцы. Через каждые 4 года ансамбль обновляется. И программа, естественно, меняется, дети меняются, солисты меняются, обновляется программа, усложняется программа. В этом конкурсе участвовать 60 человек. Конечно, желание всех юных артистов победить и пойти дальше. Но строгое компетентное жюри из состава представителей Министерства образования Краснодарского края, специалистов в области вокала и хореографии определит сольных исполнителей и лучшие творческие коллективы и допустит для участия в краевом этапе конкурса «Юный век». Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.